16 вересня у Дніпрі пройде черговий марафон. Для бігунів традиційно перекриють частину доріг, тож плануйте свій маршрут заздалегідь. А от про родзинки спортивного заходу нам розкаже президентка Федерації легкої атлетики Дніпра та Дніпропетровської області і організаторка марафону Марина Філатова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы являетесь организатором данного марафона 2018. Поэтому локации, время начала и, собственно говоря, кого ждем из участников? Стартуем 16 сентября, как всегда, с площади Героев Майдана. Первая дистанция, титульная дистанция нашего марафона 42 километра, 195 метров, стартует в 9 часов утра вместе с бегунами-любителями, также элита марафонского бега Украины, так как в рамках нашего марафона мы также проводим чемпионат Украины по марафону. Насколько я знаю, в рамках марафона будет проходить и благотворительная акция «Миля добра». Давайте вот нашим зрителям более так детально расскажем, что это за акция, кто может принять участие, ну и, собственно говоря, для кого и для чего будем собирать деньги. Да, тем более регистрация на все остальные дистанции уже закрыта, мы превысили все лимиты, а вот «Миля добра» популярна. Проводим третий год, так назвали ее, миля благотворительная, всего лишь километр 600 метров. Пробежать может каждый человек, абсолютно любой. В этом году собираем совместно с фондом КИДА деньги для детской городской больницы номер 5 на приобретение электроэнцефалографа. Прибор с таким сложным названием позволяет диагностировать у детей заболевания нервной системы. Ну, это здорово, что, вот, знаете, усилиями многих людей делается большое дело, и наше будущее поколение, кстати, которые станут, наверное, в том числе и бегунами. То есть давайте поговорим о том, насколько этот вид спорта сейчас, благодаря и вашему участию, развивается в нашем регионе. Да, мне очень приятно, потому что за многие годы, пока я бегаю, я вижу, что он действительно развивается. И вот смотрите такие цифры. В этом году, например, на дистанцию в 5 километров у нас зарегистрировано, по-моему, в 2,5 раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит, что развивается именно не только профессиональный спорт, да, люди, которые бегают серьезно, много, а вот люди, которые просто заботятся о своем здоровье и бегают каждый день. И вот на таких соревнованиях имеют возможность реализовать все то, что они вытренировали изо дня в день. Насколько я знаю, вы точно будете принимать участие в соревнованиях. Какие для себя вот внутренние цели и задачи поставили? Я бегу в этом году 21 километр. На 42 не замахнусь, так как всего лишь в конце июня пробежала свой первый ультрамарафон 50 километров. Еще рано думать о больших дистанциях. Цель в этом году, у меня нет какого-то результата, который я перед собой ставлю. Может быть, я бы даже и не бежала эту дистанцию, но так как я также занимаюсь фандрайзингом на ту же благую цель сбора средств для детской городской больницы номер 5, так что никуда не денусь, побегу. А если говорить о том, что вот кто-то не побежит, но хочет принять участие в «Миле добра», как это лучше всего сделать? Можно либо зарегистрироваться на участие, заплатить 250 гривен и быть уверенным, что эти деньги пойдут именно на приобретение прибора. А можно, например, последить за моим инстаграм. Там у меня в шапке есть активная ссылка в шапке профиля. И можно просто перечислить любую удобную денежную сумму, даже если это будет всего лишь 50 или 100 гривен. И таким образом помочь. Днепропетровщина очень богата на, ну скажем так, бизнесменов, а вот на людей с большим сердцем, как вот по внутренним ощущениям? Да, есть, и становится все больше и больше. И знаете, очень приятно, что люди делают это порой не громко, не для пиара. Вот я когда у себя в инстаграм объявила такой сбор, в первый же вечер откликнулись, причем люди... Кто-то 100 гривен, кто-то сразу 2000 гривен, по-разному. В прошлом году мы тоже на этой дистанции собирали на нужды воина АТО и собрали вполне приличную сумму. Так что это работает, и люди у нас хорошие. Еще раз вернемся к будущему марафону. Когда-то, помню, ваш супруг сказал, что вот нацелюсь и я побегу. В этом году побежит или нет?
не побежит. Очень хочу, уговариваю, периодически начинает тренироваться, ходить, но такая работа, что для этого действительно нужно время. Я, например, сама сейчас с трудом успеваю тренироваться. Так что, а если бы это случилось когда-то, это было бы для меня очень большое счастье. Я люблю приводить людей в бег. Ну, поддерживать морально будет? Обязательно, как обычно. Очень важный момент для гостей и жителей нашего города – это перекрывание дорог для автолюбителей. Давайте проговорим, что, где и на какое время будет перекрываться. Мы реально понимаем, что это большая проблема и большое неудобство для тех, кто не интересуется бегом и не придет на наш праздник. Но просим тоже понять нас. Мы, как организаторы марафона, даем возможность реализовываться спортсменам, которые не могут поехать для таких же целей за границу или, например, в другой город. И для них это, ну, знаете, пробежать 42 километра – это такая мечта. И вот просто скажите себе, что вы помогаете другим людям воплощать свою мечту в жизнь. А что касается конкретики перекрытий, то площадь Героев Майдана будет перекрыта уже 15 числа вечером. Мы начинаем сложную работу по монтажу всего городка, а вот там, где проходят трассы Коммунары, Победа, 16 сентября с 6:30 утра. Коммунар – это первая часть нашей дистанции, мы открываем как только 12 часов, по-моему, а Победу открывать начинаем с 2 часов дня. Так что готовим объезды, готовим возможность выезда транспортом бесплатным на Победе из прилегающих дворов до пересадки на маршрутку. Ну, в общем, поверьте, что мы со своей стороны, как организаторы, все понимаем и очень стараемся создать наиболее комфортные условия. Если вспоминать день города, 8 сентября, ну, достаточно комфортная была погода. 9-го лил дождь, кто-то в интернете шутил, что мэр договорился с небесной канцелярией в этот раз 16 числа. Кто с кем договаривался и какая погода будет? Марафон состоится всегда при любой погоде, потому что все спортсмены находятся в равных условиях. Конечно, самый лучший стандарт – это где-то 16 градусов тепла. Мы увидели, что примерно 14 ожидается, если не поменяется ничего. Главное, чтобы не было очень сильного ливня, от которого намокает все, не только спортсмены, но и наградная атрибутика и вся символика. Но да, дождь ожидается, но надеемся, что он нам не испортит все. Классическая фраза: а судьи кто? Судьи Федерации легкой атлетики Днепропетровской области, а также каждый спортсмен на своем номере на груди под номером несет специальный чип электронный. Так что мы учитываем ваш результат просто до секунды, как для элиты, так и для любителей. Поверьте, все будет сделано очень четко и хорошо. Про планы. Я думаю, что марафоном работа федерации не ограничивается. Давайте, ну, хотя бы так привяжемся до конца 2018 года. Какие идеи, какие задачи? Да. А эти все процессы, они происходят, в общем-то, в связи, потому что любительского спорта не существует без профессионального. Федерации у нас в этом году – это Олимпийский год, юношеская Олимпиада. У нас есть 3 совершенно конкретных претендента на призовые места и медали. Готовим их как только можем, чем только можем помочь. Помогаем, плюс развиваем в недрах федерации нашу программу «Детская легкая атлетика», которая очень успешна в Днепре, сейчас будем делать ее в Днепропетровской области. Покупаем, выдаем форму, лечим, кормим, делаем очень много и очень много планов. Еще до недавнего времени вы были президентом лишь города Днепра легкой атлетики. Сейчас уже и область в том числе. Зона ответственности увеличилась. Вот ощущение после того, как масштабы. Я вызвалась сама и очень просила за меня проголосовать. Это выборная должность. И делала это только по одной причине. Потому что хотела, я видела, как мне удалось все сделать в городе. И я хотела сделать то же самое для области. Причем многие сомневались, что я буду выходить из вот такой комфортной, на их взгляд, для меня зоны города. Ничего подобного. Я просто делаю в области все то же самое. Потому что я очень люблю этот вид спорта. И в какой-то момент у меня возникло такое ощущение. Если не я, то кто же? И до сих пор оно меня не покидает.
Вам слово. Приглашайте всех, кто может, кто хочет, кто желает оказаться участником или просто зрителем этого прекрасного мероприятия. Да, еще не поздно зарегистрироваться на «Милю добра» и таким образом начать, может быть, для себя интересную страницу в жизни беговую, а также помочь детям, потратив деньги на приобретение электроэнцефалографа для детской больницы номер 5. Кто не хочет бежать, приходите просто болеть. Вы нам все нужны. Я желаю вам удачи, чтобы в воскресенье все прошло на оптимистической ноте. Спасибо. Дякую нашій гості. Нагадаю, в студії була президентка Федерації легкої атлетики Дніпра та Дніпропетровської області Марина Філатова. Спілкувалися ми про прийдешній марафон. Далі говоритимемо про таке.